Ирис германский Vine and Roses имеет прочный длинный стебель и крупные луковицы пурпурно-розового цвета диаметром от 10 до 15 сантиметров. Саженцы высаживаются на солнечном или полутенистом участке с суглинистой почвой нейтральной реакции и могут вырасти до 15 сантиметров в высоту. Рассада нуждается в умеренном поливе. Не нужно проводить постоянную пересадку, так как цветы могут расти на одном месте до 7 лет. Сорт обильно цветет в мае-июне на протяжении 2-3 недель. Ирис Vine and Roses цветолюбив и подойдет для оформления открытых клумб, цветников и садовых зон. Ирис германский Vine and Roses – это травянистые высотой 10-15 см. Цветет растение в месяц май-июнь. Аромат у цветов нежный. Окраска цветка пурпурно-розовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8-12 сантиметров. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.